Так. Как вы думаете, настоящая или поддельная двадцатка? Я даже не знаю, как определять. Ну, так, ребята, вот такая вот штуковина у нас есть. Это прямиком из Национального банка Украины в Харькове. Давайте заглянем, что здесь находится. Итак, у нас здесь две пачки банкнот. Во-первых, это пакован, целая пачка новеньких украинских двадцаток по номерам, которые идут по порядку. И вот они уже, собственно, распакованы в формате. Вот так можно на них посмотреть. Прям только-только-только, еще в обиходе их нету. Но мы протестировали их в Макдональдсе, они все принимают. Нет, такое еще не платили. Красивые. Да. Вот такие вот прикольные двадцаточки. А как вам? Да, да. Я вижу. Красивая. Конечно, красивая. Ну, только-только. Видите? Так их еще только-только в банке. У меня еще одна есть. Давайте поменяем. Давайте. Видите, отличается как. 668, 667, 666. Вот интересный номер. 2-0 и 3-6 появился. О, отлично. Мы вот эту банкноту как раз и разыграем. Вот эту банкноту с двумя номерами и 2-6 мы разыграем в этом видеоролике. Нужно подписаться, поставить лайк и оставить любой комментарий. Я вам отправил эту двадцатку. Старый дизайн, новый. Что для себя, как вы думаете, почему такое происходит, делают дизайны новые? Ну, у нас же окно в Европу. А, это да. Ну, поэтому вот окно в Европу движется туда. Ага. То есть мы подстраиваемся больше под какие-то европейские деньги? Я считаю, дизайн? Да, что это больше идет европейское. Ага. То есть все украинское у нас искореняется. Ну, вроде почему, здесь наши все. Я не говорю, что у нас не осталось. Я не говорю, что не осталось. Угу. Ну тут же добавляется что-то такое, чего не было. Степени защиты, например, какие-то. Вот тут там степени защиты, голограммный цветочек. Да, но мы же не знаем, что этот цветочек на самом деле обозначает, да? Как вот эти пирамиды с глазом. Может быть, это какое-то тайное общество. Мы же ничего не знаем ни про это, ни про это. Похоже на то. Она не подходит? Вроде подходит, если они видят, что я не видела. Я просто хотела узнавать. И как? Принимаем? Да. Ну так она даже лучше, чем остальные. Ну просто никто не видел. Конечно, а по телевизору показывали. Не смотрели? А, вот такая погода в Харькове. С одной стороны солнце, а с другой стороны полный трындец. Все фотографируются, кто хочет, на главной достопримечательности города. Зеркальная струя. Кто не был в Харькове, гляньте, какая красота. Как вы вообще относитесь там к новому такому редизайну? Больше на евро похоже, классно. Больше на евро, супер. А что еще? Стильно. Вот если в Инстаграм фотографируете кого-то белый профиль, вот очень красиво. А, выложить можно прикольно, да. Такие современные деньги, да? Да. Ага. Цветочек, смотрите, какой жизнерадостный. Вообще... То есть такое отношение позитивное больше, да, к новому дизайну? Да, почему нет? Угу. Прикольный сквер, на котором размещены основные достопримечательности города Харькова в таком уменьшенном формате. Девочки, привет! Для канала на YouTube делаем ролик. Можно с вами немножко побеседовать? Хотим спросить, как вам новый дизайн? Да, воспринимается много лучше, чем старое, потому что она что-то потрепанное. То есть это как? Ну, я считаю, что ребрендинг удался. Ну, я хочу, чтобы наша Украина процветала, но не благодаря дизайну, да? Дизайну денег или уменьшения размера. А что мы можем сделать, как просто обычные жители Украины? Ну, верить. Вы знаете, вот, по-моему, сейчас только верить. Только верить? Верить, надеяться. Хорошо. Удачи, ребята. Спасибо. Вам всем до свидания. Спасибо. До свидания.